Сегодня мы будем готовить икру из баклажанов, диетический вариант. Так мы готовили у себя в Молдавии. Почему диетический? Потому что баклажаны мы будем отваривать, а не печь, как это обычно мы делаем. Синие мы кладем в воду, заранее подсоленную. Варим их до того момента, когда они становятся мягкими. Нашинкуем лук. Разогреем сковородку растительным маслом. Лучок обжариваем в этом масле до золотистого цвета. Помидорки разрезаем пополам и будем натирать их на крупной терке. Наши синие уже отварены, мы их остудили. И теперь мы с них снимаем шкурку. Теперь мы рубим наши синие. Соединяю наши синие с луком. Теперь мы посолим нашу икру, поперчим ее и будем добавлять натертые томаты. И готовим еще 15 минут. В завершении мы выдавливаем чеснок, и наша икра готова. Такая диетическая икра подойдет даже к недиетической водке. Приятного аппетита!